الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Тут такое произошло. Один брат, который у нас здесь работает в мечети, попросил другого брата убрать машину, и между ними пошел спор. Так жесткий спор. Ну, как бы там были слова сказаны нехорошие. Также до этого были у нас такие же подобные случаи. Раньше тоже у нас один брат работал, Шерзот, цыган он был. Ему такие тоже слова там сказали, ты цыган, иди отсюда и так далее, там жестко ему сказали, ответили. И вот это иногда повторяется у нас, как у мусульман, иногда мы повторяем, повторяются такие какие-то вещи. И человек оскорбляет другого, своего брата мусульманина, из-за его цвета кожи, из-за его одежды, из-за его национальности. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах описывая его, сказал, Ва «Инна каля твой нрав великий, о Мухаммад. И посланник Аллаха, Саллаллаху алейхи вассалям, относился ко всем верующим одинаково. Если человек возвышается над другим человеком, тогда он противоречит Аллаху Субхану. И бывает иногда так, что человек возвышается над другим братом, не замечая этого, но со стороны это видно. В этом случае он противоречит повелению Аллаха и по, противоречит повелению посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям. Когда же мы сможем то, что вот мы вот эту информацию получаем, применять это в наших жизни, в наших поступках? Аллах Субхану в Коране говорит, ахсину", будьте добрыми, вежливыми». Когда мы сможем на своих делах это показывать, чтобы люди видели, какой должен быть верующий человек, Иногда есть такие высказывания, иногда человек по национальности, эй, узбек, эй, татарин, эй, так, такой-то, такой-то, с издевкой, с такой этим. Когда на хач мы поехали в этом году, один из, из паломников, не отсюда, с другого города, эй, татарин, говорит, с таким издевкой. Ну, вначале у него видно, джахилия было в сердце, потом уже, иншаллах, после хаджа он уже изменился. Но такое есть, или в арабском мире, в Саудовской Аравии, когда учился там, некоторые арабы, саудиты, эй, я бенгали, эй, бангалец, бангладешец, я мусри, эй, египтянин, я судани, эй, суданец. То есть с такой издевкой, как бы он лучше него, что ли. Ведь Аллах, субханаху ва -та нас сотворил из Адама, алейсалям, из Хавва, алейсалам. Почему я должен быть лучше, чем мой брат? ليس بيننا وبين الله نسب. نيتهم يا اللهم سبحانه وتعالى. كَقَوِيَ تَرْدَصْ الله سبحانه وتعالى نسказал из такого то таип из أبو ذر رضي الله عنه ودي их بلالم конфликт. رضي الله عنه. На что أبو ذر сказал يا بن السوداء أو الله عنه. Послание к الله صلى الله عليه وسلم Инна джахилия. Поистине ты человек, в тебе еще осталось джахилия, невежество. Ты его выделил его мамой, его цветом кожи. Инна джахилия, сказал Пророк Мухаммад, саллаху алейхи когда человек, другого человека, выделяет цветом кожи национальностью, в нем есть джахилия, он должен это знать. В нем нет еще гылка ислама нравственности ислама. Он противоречит Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Почему мы должны внушать злобу, невежду друг другу в сердца? Ведь мы мусульмане. Да, если когда-то мы говорим, например, о своей национальности с точки зрения, чтобы рассказать историю, познакомиться, в этом нету ничего такого, но именно с условием, чтобы не унизить другую национальность, не унизить другой народ. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в фатх, كذا بلد كريتسي ميكي، بستانك الله صلى الله عليه وسلم وقف على باب الكعبه، فطلنا دفير كعبة از كازال يا معشر القريش، يا معشر القريش، يا سادة العرب، او قريشيتي او أرابي، إن الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمكم بآباء، بس الله زبرالة تواس وتيتوا جاهليو، نيفيرزستوا، إيفزويليشيني، واش الناس لآدم وآدم من تراب في سلوج آدم عليه السلام آدم الزملي ثم تلا قول الله يبطن الله يا أيها الناس أولودنا إِنَّا خلقناكم من ذكر وأنثى يا و создал полимиными لتعارفوا знакомились, познавали друг друга. И потом что сказал Аллах? «Инна акрамакум инда Аллахи «Мы из вас, тот, кто более набожный, тот, кто более богобоязненный, инна Аллах алимун хабир». Когда человек, тот, который восхищается, гордится своей родословной и унижает другие народы, ему хочется задать вопрос, куда ты пойдешь с этим аятом? Где Аллах Субхану говорит, наилучший из вас, Богобоязненный, А ты вернешь этот аят Аллаху Субхану, будешь противоречить Аллаху и посланнику Аллаха, саллаху алейхи Невозможно, ведь ты мусульманин, ведь ты э, размышляющий, акиль, разумный человек, инна ахир. Ты надеешься на Аллаха, и знаешь, что ты с ним встретишься в судный день и надеешься на награду. Ты не можешь противоречить этим словам. Как мы можем противоречить? Ведь мы все от одного отца, в конце концов наша мама одна. Хау Не должны мы смотреть, что люди должны быть делиться на какие-то категории, на какие-то этот лучше, этот богаче, этот круче. Мы все принадлежим Аллаху Субхану и все мы являемся рабами Всевышнего Аллаха Субханутиаля. Пророк Мухаммад, алейхи вассалям, сказал: Ла ман кана фи не зайдет в рай, не зайдет в джанна, у кого в сердце хотя бы было спылинку в высокомерии. А тот человек, когда гордится своим национальностью, своей родословной на другим, у него есть частицы из высокомерия. Поэтому мы должны брать гилк, ахляк из ислама. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна Аллаха я ла янзуру суварикум, ашкаликум, ва кин янзуру иля кулубикум, ва а'маликум». Аллах не смотрит на ваши суар, на ваши лица, как, то есть красивый кто-то, кто-то некрасивый, не смотрит на ваши одежды, а смотрит на ваши сердца и на ваши дела. Я знаю, братья, что большинство из нас, иншаллах, мы понимаем это, и мы говорим об этом, но однако мы хотим, чтобы вокруг этого умма ислама объединялась, вокруг этого гылка, вокруг этого ахляка. Каждый из нас должен проверить свое сердце, есть ли в нем это или нет. Пророк Мухаммад сказал, может быть, человек с распущенными волосами, которым есть след... пыль, то есть он не в такой, там, в бичте, не одет в чапан, не одет в красивую одежду, в дорогую одежду, в модную одежду, в обычную одежду и так далее. Может быть, рабочий, который убирает после нас, после мусульман в туалете, наш брат. Или который, вот этот брат наш, цыган Черзот, он сейчас не здесь, Ему говоришь, один аят, у него слезы текут. Он ночные молитвы не оставлял хаджут. Может быть, такой, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, с распущенными волосами, у него то есть простенькой одежды, если попросит Аллаха, Аллах ему ответит. Поэтому мы должны знать, у кого есть здравое сердце, то, что наилучший перед Аллахом, это тот, кто набожный, это тот, кто богобоязненный а не тот, кто в наших глазах по какому-то определенному признаку является богобоязненным, а только Аллах знает, что у нас у каждого в сердцах. اقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنبه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أولئك الأخوة، سمعتم في التاريخ جلابيب الأنصاري، سمعتم هذا الصحابة، نسمع أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أبو هريرة، أذناك جلابيب الأنصاري واحد من أهل المدينة من تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. جلابيب أدين أُчинَكَ فَبَصْلَانِكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جيش لمدينة. لَا يُعْرَفُ لَهُ نسب Родословни у него нету, неизвестно, кто его родители. То есть неизвестный, то есть не, не какого-то такого известного клана. Как говорят некоторые из историков. جيدن, عسورة, то есть и он на внешность не был привлекательным. И он был всегда с посланником Аллаха, всегда на его уроках сидел. Пророк Мухаммад, алейхи ему сказал, يا جليبيب الا تتزوج او جليبيب ليش مو تنجنيش؟ انا شو قال يا رسول الله انك تجدني كاسدا ا انك الله تنجوش جوج مين ادشوم кто за меня отдаст свою дочь؟ кто за меня отдаст свою сестру؟ صلى الله عليه وسلم ولكنك عند الله يا جليبيب ليس بكاسد ادناك قد الله جليبيب انت ني ديشوي انت دورك قد اللهم سبحانه الله. وتعالى شهادة من محمد بن عبد الله يتّسديس تدلني وقت بسلطانك الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. вдруг محمد صلى الله عليه وسلم подошел одному из жителей ансаров, и жителей медины и сказал: «أخطب ببنتك». то есть я прошу руки твоей дочери. на что ответил: «حبًا وكرامة يا رسول الله». с любовью и это честь для меня у посланника Аллаха. ولكن ليس لنفسي. قال لمن؟ قال لجولابي. На что сказал посланник Аллаха, саллаху только я не для себя прошу, а для кого? Для джулайбиба. На что он ответил, Ушауру уммаха, я Аллах. Я поговорю с ее мамой, о посланник Аллаха. Пришел к своей супруге и сказал, Ар-Расул Хатабабинта, посланник Аллаха попросил руки нашей дочери. Калит с любовью, и с честью, посланник Аллаха, валяй Однако не он не для себя просил, лимен ли джуляйбиб, джуляйбибу. «Ла На что он ответил, «Нет», говорит, Джуляибиб на ней не женится, на нашей дочери». Сабул амр, то есть тяжело стало этому сподвижнику, как ответить пророку Мухаммаду, SAE, на его просьбу. И когда дочь это слышала все, и на что отец ей сказал, «Хатабак Расул, саллаху посланник Аллаха, алейхи попросил твои руки». قالت حبا وكرامة تشيس لبوفيو ولكن ليس لنفسه بل لجليبيب. هناك اون ليس لسيبا بابراسيل لجليبيب. نشتو لا ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره اذهب اليه فلن يضيعني. ني اتفيتشاي سلوبا нет نا بروك صلى الله عليه وسلم. بروك же براسيل يا ساغلاسنا Тут он обрадовался, отец, и пошел, и рассказал это посланнику Аллаха, акадар, Расул, посланник Аллаха, وسلم, заключил между ними брак, и тут начали призывать на битву. После битвы, пророк Мухаммад, وسلم, когда заключил между ними брак, попросил дуа за них, О, Аллах, сделай у них, чтобы было много богатства, и не делай так, чтобы у них была сложная, сложная жизнь. بعد محمد صلى الله عليه وسلم سب راشيل من تفقدون كفو بترالي؟، قالوا نفقد فلاناً وفلان 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 وفلان. Сахабы сказали мы потеряли этого, 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 этого. Потом الله صلى الله عليه وسلم. من تفقدون بعد؟ Кого еще وفلان وفلان وفلان. من تفقدون кого вы потеряли? Это, это, это перечислили всех. تفقدون? لا نفقد أحدا يا رسول الله. На что они ответили, никого больше, все здесь, остальные убиты. На что пророк, саллаху алейхи сказал, «Валякинни афкиду «Я потерял джулайбиба». Где он? «Идхабу иля сахат аль-ма'рака». «Сахат аль-ма'рака фабахату ан». «Идите на поле битвы, найдите его». И когда они подошли к нему, увидели, «Хада хуа, Расул Аллах». Вот он, посланник Аллаха, джулайбиб, «Ва саба». И вокруг него было семь мушриков. Пророк, саллаху алейхи ва сказал, «Хада джулайбиб». هذا جليبيب قتل سبعا وقتلوه انت جليبيب وبيل سي مريخا هو وبيل بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم взял его на руки взял его на الله صلى الله عليه وسلم وكذا نشلوا كبات له могиله جليبيب الصحابه قالوا لم نجد له سرير لم نجد له سرير الا سعده رسول الله صلى الله عليه وسلم Его никто не держал в руках, пока копали ему могилу, кроме как посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям. И все хотели, сахабы, оказаться на месте этого Джулайбиба. И тогда пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, «Я Джулайбиб, ты из меня, я из тебя». Тогда положил его посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, в могилу. И вот такая была история. Поэтому мы не должны обращать на внешность, на цвет кожи, на национальность. Это все из джагилия. Всегда мы должны помнить, «Инна акрамакума инда Аллахи, аткакум». Наилучшие из вас более богобоязненные. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم وقال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي وقال صلى الله عليه وسلم إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض الله عن أربعة الخلفاء الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي صدق والوفا وعن عشرة المبشرة بال بالجنة وآل بيت المصطفى وعن المهاجرين والأنصار والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر, انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين وتقبل شهداءهم يا ذا الجلال والإكرام وانصرهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون